What's up, guys, меня зовут Марко, вы на канале Чирков Стрим. А это 12-я серия прохождения игры под названием Dying Light 2. Погнали. Бляха-муха, как меня заебала эта игрушка, вы не поверите уже. Ну, я ее долго прохожу. Я уже хочу пройти, блин. Чем там занимается отдел Дождя? Вот. Нам надо топать. Какое у нас задание. Нам надо добро пожаловать на борт. Обсерватория с базами данных ВГМ была разрушена давно-давно ради своих поисков. Я начну работать с Джеком Мэттом и его миротворцами. Ну давай, поговорить с одним чуваком надо. Чтобы все быстрее было, надо как-то проходить без побочек уже. Хорошо. Все, бежим куда-то, бежим. Я забыл, кстати. Я, короче, довольно-таки давно не выкладывал видосы. И забыл, как планировать на этой штуке. Вообще, я сюда зашел, чтобы... Ой-ой-ой, быстрее. Так, я не думаю, что мне особо что-то от них надо. Так, это все равно не может зайти. Этот не может, чувак, сюда зайти, мне похер на него. Нам бежать на циферку 1. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сейчас догонит! Ну, в городе всяко повеселее паркурить, чем в той деревке. Ой-ой-ой. О, а куда я назначил-то? А, все, вспомнил, куда я назначил эту тему. Блять! Побежали. Ты не можешь бежать. Ты что, ёбнулся? Так, надо бы этот. Фонарь. Ой-ой-ой, ребятки. Так, как лучше побежать-то? Через хату, наверное, побежим быстренько. Текс. Так, а записка хоть идет, нет? Да, вроде идет. Давай его мочканем. Догоню ведь? А не догоню. Давай. Нифига, его быстро разрубил. Фишки, браслет и усилитель иммунитета. Так, нам надо топать опять на корабль. Где же этот сукин сын прячется? Давай, пойдем опять на корабль. Чего вы церемонитесь, блин? Нельзя волыну достать, так бы уже давно ебнул по хребтине. Идем к дяденьке, который даст нам задание. С Хуаном надо поболтать. Бля, сколько тут вообще миссий, я не понимаю. Надо уже быстрее заканчивать эту игру, начинать Outlast 2. Нужны скримеры, нужен экшен. Потому что что-то по просмотрам я вижу. Ну, из-за того, что я редко выпускаю видео из-за этого. Извините, кто ждет. Так, секунду. Так, что-то у меня тут.
Что-то у меня тут лагануло. Так, все нормально. Опа, 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 опа. Полегче. Он сначала с парнем забавлялся, потом с этой барышней. Его на закуску, да, дорогая? Хочешь с нами? Втроем веселее? Нет, спасибо. Ай-яй-яй. Я тебя смутил. Извини, я часто смущаю людей. Я подожду тебя, но торопись. Не торопись. А потом можно и в сад пить. Я восхищаюсь твоей настойчивостью. Мне почти любопытно, что ты будешь делать, когда я снова выставлю тебя. Ты пожалеешь. Да блин, я не могу кадр, короче, взять. О, бухлишка. 30-летний односолодовый виски Хайленд. Разлит в бутылке за год до пандемии. Интересно, он себе только налил? Я считал, что один бочонок этого пойла ушел на аукционе более чем за $500,000. Ха, какой прекрасный подарок. Ну повернись, я тебе щелкну. Ну давай. Все, обложка есть. Конечно, выпьем. Давай. О, ни хрена ты быстро пьешь. Что я могу сказать? Ты пробил брешь в моей обороне. Значит, тебе все еще нужны эти лампы. А Мэтт сказал, зачем они ему на самом деле? Да, чтобы захватить телебашню. Стой, ты не шутишь? Он спятил. Уж 10 лет, как никто не пытался это сделать. Почему это опасно? Видимо, это опасно. Потому и нужны лампы. Но для работы ламп нужно электричество. А насколько я слышал, его там нет. Люди уже пробовали захватить ее без электричества. И герои, и дураки. И все они стали кормом для летунов. Это проблемы Мэтта. Тебе-то что? Проблема в том, что тут что-то не сходится. Разве ты этого не чувствуешь, Эйден? Мэтт хочет подготовиться и защитить город от мясника. То есть нам стоит начать возводить ему памятник, да? Есть одна проблема. Мясник не собирается ни на кого нападать. Откуда ты знаешь? У меня есть свои шпионы. В том числе и среди ренегатов. После окончания войны мы захватили центр города. А полковник обосновался на плотине. И стоит ему дернуть за рычаг, половина города будет затоплена токсичной водой. Полковник не глуп. Он знает, что война станет концом для всех. Тогда зачем мясник напал на закусочную? Она же в центре. Хороший вопрос. Возможно, им отдал приказ вовсе не полковник. Происходит что-то еще. То, чего мы пока еще не понимаем. А что насчет уфэшек? Они-то ему зачем? Джек что-то скрывает. В последнее время он заказывает гораздо больше ламп, чем ему нужно даже с запасом. И часть этих ламп всегда куда-то исчезает. После поставки их никто больше не видит. Зачем Джеку столько уфэшек? А вот здесь, друг мой, и начинается загадка. Джек так и не смог смириться с тем, что не разгромил мясника, когда у него была такая возможность много лет назад. Он знал, что если нападет на плотину, полковник закроет шлюзы. И вода вынесет химикаты из-под земли, сжигая все живое, что еще осталось в этом городе. Патовая ситуация сохраняется уже 10 лет. Каждый ждет, когда другой первым сделает ход. Но затем кто-то вдруг включил электроэнергию, и что-то изменилось. И ренегаты напали на закусочную. Я не болтать пришел, Хуан. Мне нужны лампы. Чтобы узнать, что случилось с твоей сестрой. Верно, Эйден? Я же сказал, что у меня есть шпионы. Возможно, мне удастся что-нибудь узнать о Вальце и о твоей сестре. Все праздно. И о том специалисте ВГМ, с которым вы с Мэттом пытаетесь связаться. Я бы даже сказал, что с моими возможностями я смогу найти этого человека быстрее, чем Мэтт. Я вообще сомневаюсь, что он сможет их найти.
Он скользкий, но давай поможем, этому. Друг другу. Разумное давай. Решение, Эйден. Ты в городе всего ничего и уже выбрал правильную сторону. Я дам тебе лампы. Это избавит Мэтта от подозрений. Но затем ты сходишь в собор. Там прячется один парень, полный псих. Почему-то мне кажется, что он нас подставит. У него морда прям такая. Пусть починит эту древнюю шпионскую штучку. Если она заработает, мы сможем поставить жучок на передатчик, который Джек хочет установить на шпиле телебашни. Пусть он делает свое дело. Перехватывая передачи Мэтта, мы узнаем, что он делает с лишними лампами. Вот, вот. А знание — это половина победы. Чтобы левой темы не было. Мне нравится, что ты рядом, но сейчас тебе лучше уйти. Да-да, давай там. Ты там с ней хочешь в сатницу, я так понимаю, да? Я вам тут не мешаю. Все нормально. Хуяц. Капец, у тебя синяки, брат. Она так смотрит, что она уже это хочет, чтобы я съебался. Ладно. Пойдем отсюда. Пойдем, пойдем. А что тут? Что тут у меня пикало? Мне бы не помешала компания. Понимаешь, о чем я? А парни всегда где-то не понимают. Ой-ой-ой-ой. Какой подлиза, мне говорит, не помешала бы компания. Понимаешь, о чем я? Собор Святого Павла пошли. Только единственное, вот здесь вот долго по этой базе бегать. Наверное, опять это рыжая. Что у тебя с ней? Не могли как-то поменьше вход сделать? Он меня уже заебался бегать. Я бы все отдал. Блин, ночь! Привет, так, а что у нас тут? А, этот фонарик переключать. Ага. Так, два, три. Так, ну вот катана. Надо потом починить будет ее. Туда бежать, сюда бежать. Бежать туда. 700 метров, да? Ебать! У меня же сейчас это спалит, гнида. Давай, 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 давай. И раз. Ой-ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Уебать, ебать, 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 ебать. Я прям на него нарвался, нахуй. У-у-у, поехали. Почему мне кажется, что я не выживу, нахуй? Почему-то мне кажется, что я не выживу. Каждый раз, блин, одно и то же. Луан, я выполняю небольшое поручение для... Луан, я в ахуе. Мне что-нибудь нужно знать? Луан, я в ахуе. Говорят, там водятся привидения. Да насрать на эти привидения. Блядь, тут зомби, нахуй. Иди отсюда. Да, ты прав. Ладно, собор давно заперт. Но он в строительных лесах. Думаю, ты мог бы ими воспользоваться, чтобы забраться в окно. Ты еще хочешь работать на Хуана? Подумаю. Очень не хочу. Ну, ты уже большой мальчик. Очень не хочу. Он меня еще в ночь послал. Надо было это проспаться и утром идти. Столько зомбарей я не могу. У меня еще и жизни не особо. Сколько метров? 400. Че, половину только пробежал? Ой-о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 й. Иди отсюда нафиг. Ерес. Ерес. Крышам веселее. Ты ж ебаный урод, охота окончена. Так, охота окончена, блядь. Мне надо затеряться от него. Ух ты, блядь, вас много. Идите нахер отсюда. Ура! Опять охота началась! Я прям самый везучий парень на свете. Ема! Давай, да ты наподтягивайся, ты что стоишь-то тут просто так? Псих, что ли? Мне все еще не нравится, как этот параплан открывается прям очень-очень долго!
Это не тот собор, на который мы тогда пытались забраться, нет? Или это уже другой? Это уже какой-то другой. 160 метров, да? Отлично, сюда не забраться. Ничего. Ничего, ничего, мы сейчас его обойдем. Потому что у нас обычный фонарик бесконечный. Шесть метров. Осталось совсем чуть-чуть. Паркур. Я еще когда вверх смотрю, с ним тоже башку, мне кажется, поднимаю. Так. О, вот тут хорошо. Тут хорошо, но тут надо как-то забраться. А забраться как? Начнем отсюда. А потом сюда. Не на мусор. Раз. Тут, в принципе, лампы везде стоят, да? Но... Найдите специалиста в соборе. А как мне его, бляха-муху-то, найти? Тут еще такая мрачненькая музыка. Интересно, я смогу на него, нет? Но у меня выбора нет, либо... Незнакомец. А здорово. Здесь заканчивается твой путь. Да, конечно. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. Да, конечно. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Мне кажется, надо существа, по проводам надо, да? Воры, одурманенные жадностью. Надо по проводам идти, нет? Среди чудес, которые вам не постичь. Но потом... Ай, бля, почти! Ну, какой-то генератор. Что за хрень здесь творится? Поместите ультрафион в ячейку быстрее для дополнительного снижения, чтобы меня использовать... Меня зовут Эйден! Хочу поговорить! А, ну давай. Закрыто, да? Сейчас он зомбиков впустит. А нет, зомбика он отсюда впустит. Ой, какой вкусный. А Лита сюда... А, вот Лита надо. Лита сделает себе подвязки из твоих кишок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Лита, вот так вот ёбнем. Раз. Ой-ой. Не-не-не, что-то сильно как-то. Так, надо УФ-фонарь. УФ-фонарь и дубина. Вот дубину большую, да. А что ты это? Ай-я. Нет, этого не берет его. Это его не берет. Приготовься к смерти, жалкое ничтожество. Уху! Лита сделает себе подвязки из твоих кишок. Это понятно. Так, хорошо. Что-нибудь есть, нет? Сдохни, человеческое отродье! Чтобы использовать...
хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо лечиться. Надо лечиться. Аптека, аптека у нас, где у нас? Лечимся, лечимся. Еще можно полечиться немножечко. Давай, Лита. Лито не берет пленных. Ой-ой-ой, Лита. Склонись перед так. Лито и ее королем Куртом. Хорошо, а потом... На! Нет, он лапами там машет. Так, что-то я Лита медленно бью. Вот он, а, вот он сгорает на них. Ой-ой-ой. А, еще эти что ли сюда пришли? Зомбари. Хорошо. Вообще, сколько жизней-то у него, нет? А прочность нормальная еще у нас. Прочность хорошая. Я элиты этого на жопу ему глаз натяну. Лечимся. Лита ждет. Лито не берет пленных. Ага. Давай. Лито не берет пленных. Давай, я здесь. Еще кто-то вышел. А вот он. Опа, опа. Опа. Хорошо. Сдохни, человеческое отродье. Еще чуть-чуть. Давай, Лита, давай. Опа. Забывай защищаться. А тут уклоняться надо от мощной атаки. Точно же. Лито не берет пленных. Так, это на него вообще не действует. Чем ты этому бомжу дал такое имя? Лито сделает себе подвязки из твоих кишок. Бля, сейчас сгорим там. Я хотел, чтобы этот баллон взять. Вот хорошо. О, бля. Ладно, там один удар остался. Хорошо. Нет! Ты заплатишь за это. Обязательно ищем. Что здесь, блядь, творится? Похилимся. Хилка. Ну, еще раз можно хильнуться. Давай сюда. Вкуснятинка. Какой-то псих здесь живет. Прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчут. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Опять надеюсь, работа. Тебе нравится эта комната. Потому что она станет твоим склепом. Эй! Прекрасно. Кабели. Нужно найти источник. А что там искать? Я же нашел тогда. Я же нашел тогда, елки-палки, а. Ну вот там, в той комнате. Как до него добраться? А, вот.
лекарство, отлично. А что здесь дырка, то есть нельзя пролезть? Нет, это я понимаю, как выйти-то, а? Дурак, что ли, вниз? Я нажимаю пробел, чтобы он карабкался вверх. Этот дегенерат вниз прыгает. Ага. Вот здесь, да? Вот, значит, так, да? А, по-любому не сюда, по-любому сюда. Ага, три. Я так и думал, что надо что-то это вырубать будет. Эй, ты где? Отстань от меня! Отъебись. Да мне не до вас, ребята. Иди нахуй. Так, ты вообще с поля ушел. Да ёбана! Как вы мешаетесь, а? Ну давай, вот сюда по одному. Вау! Как круто, как классно! Давай! Фу! Я думал, не зацепится. Твоя помощь! Ты вломился ко мне! Ты убил Лито! Что? Ну, Лито сам взял? Нарвался. Так-то по-хорошему. Так. Отлично. Залезли. Где дальше-то он идет? Да, он дальше-то идет, а? Точно не здесь. Где же ты? Послушай меня, чудила! Зачем я тебе? Оставь меня в вот. Покое! Вот идем сюда, как тогда заходили. Ой. Ой. Ой, 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 ребята. Что, сжигает вас? Дальше куда? Дальше-то куда здесь? Это последний вроде, да? Да, вот он. Все. Теперь туда. Бежим, бежим, бежим. Какой-то чудной мужик, на самом деле. Он какой-то чудной. А куда? А, наверх. А тут что? Давай проверим. Давай проверим. И что тут? О! А чё бы нет, да? Треники. Усилительный мутит и ингибитор. Вообще, вот не зря зашел. Вот просто не зря зашел. Так, тут... Так, понятно, здесь не надо. Так, вообще, с какой уровень у меня? Прочность. А, ну вот она. Дубина. Ага. Ладно, надо взять вот это вот, потому что... Потому мне вот нравится вот все. Надо потом починить это все добро.
аккуратненько. Тихонечко. Так, что у нас тут? Сишки. Сишки берем. Вот еще. Давай взлом. Это было не тяжело, как было написано. Бывало и тяжелее. Что тут у нас? Кожаные щитки и аспорфин. Шкафчики. Нету. Нету. Металлолом. Ты какой-то ёбнутый парень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, ну, туда я точно не полезу. А вот сюда. Ой, бля! Давай, 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 ползи, брат, ползи. Открывай, заебал. Сюрприз! Ох, нихуя! Сюрприз, блин. Как он съебаться так быстро успел? Давай, побежали за ним. Я так и думал, что он туда будет бежать. Общайтесь с Куртом. Курт, стой! Сейчас закроет еще. Давай! Убей меня! Только скажи моему сыну, что я умер как воин! О чем ты говоришь? Убей меня! Она ведь за этим прислала тебя. Понятия не имею, что это значит. Я предлагаю работу. Что? Значит, ты не убийца? Нет. Я пришел поговорить. Ты ведь инженер? У меня есть имя. Курт. Что тебе нужно? Да, спрошу. Так, что за женщина хочет тебя убить? Жена. Вагина дентата. Пизда с зубами. Что? Сука, которая хочет, чтоб ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? Понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился с чудовищем. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней. Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечут перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия во плоти. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ты не говоришь, что за помощь, типа, надо будет сына спасать еще, да? Ты попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Я в долгу не останусь. Без запчастей не починить. Каких? Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там свое снаряжение. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды. Так что ищи под антенной.
Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! Ой, бля, опять куда-то топать. Достаньте синий модуль с башни собора. А что это за место? Ой, бля, как больно было. Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Бонус ночного времени. Давай, ремесло, навыки. У меня паркур. Это попробую. Попробуем забраться. Такс. Угу. А дальше как молодой человек прикажете? Опа. Огромное здание. Чё вы, блядь? Ну, те, кто его строил, верили, что они так будут ближе к Богу. Ебать. Эпидемия, мне самому страшно на самом деле прыгать, потому что я боюсь пиздануться. Почему ты убил миротворцев? Там зеленая жижа. Я никого не убивал. Я защищался от тех, кто хотел меня ограбить. На какую-то Европу похоже. Ты разве не делал бы то же, если бы вломились в твой дом? Не знаю. А вот бой. Убийство ножом, крушение, точный прицел. Вот это вот возьмем. У меня нет дома. Так. Как минимум вот здесь я думаю сделать, чтобы потом спокойно зайти. Хорошо. А дальше-то как? Так. Ну, логично предположить то, что здесь я вышел. Ой, не полянам ведь точно вниз. Логично предположить, потому что он в желтый окрашен. Давай. Пиздец, какой трудный подъем. Чудесно, да? Шедевр архитектуры, вершина достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему. Мартышки. Так, тут вокруг ничего нет. Только статуя упала. Ну, чисто вниз посмотреть. А, так она весы вот проебала, вот она и вниз смотрит. Ладно, давай. Нашел. Молодец. Вижу, тебя трудно обескуражить. Тут уже кто-то был. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся. Отнесите модуль. Добежать-то. Да. Повыше попробуем, не? Забраться по приколу чисто.
успеет он забраться, нет? Ай, блядь! Пиздец. Только не говори, что мне заново надо будет опять карабкаться. А, нет, он все меня сюда притащил. Записка, что у тебя тут можно налутать? Оп, гусар, чертеж, хорошо. Ладно, давай. Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Уже готово? Было несложно. Ладно. Ты воткнул его без изоленты, а достался изоленты. Что за прикол? Ты что, хакер? Ты мало что можешь мне предложить. Стоп. Что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Сына свиную спасти. Шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага. Ты обошел мои ловушки, справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Может, хорошо, ты слышишь то, что я тебя достану. И... спасибо. А, убежище Курта. А, ну вот оно. Лифт. Тут можно поспать, тайник, но мы пойдем, пожалуй, и дальше. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты справишься. Ну, виды, конечно, этот в игре вообще чухенькие. Этот тип живет в каком-то своем мире. Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль. Че, сиганем с самого верху, да? Еп. Оп, почти. Почти упал. Надо еще и выносливость вкачивать, а то она какая-то вообще у меня никакая. Так, мне в ту сторону, мне проще добежать через крыши туда, поэтому... Ю-ху! Поехали. А чё, а потом, типа, у меня он это, ёбнется? Ёба народ. Понятно. Там же выносливость, я вообще забыл. Ладно, давай быстрое перемещение ёбнем. Мне надо вот сюда. А что-то мне, типа, не дадут? А вот так вот, да? Быстрое перемещение. Чего тут просто бегать просто так, я не понимаю. О! Это он, типа, по метро? Нет, подожди. А мне как выйти-то отсюда, брат? Походу по метро быстро перемещается. Прошлой ночью мне приснился сон. Миссия там вместе со всеми.
только и ждет, когда Джек остановится. Я только что вымыла палубу. Это как с мытьем машины. Не успеешь ее отдраить, как она снова. Уже за насчет мытья машины. Реально не успеешь ее отдраить, она вся уже как это грязная. В говне в каком-то. Особенно зимой. Я машину не мыл, не знаю, мне кажется, месяца. Тебя не видела. Что новенького? 3-4, что ли? Мне выпала честь получить взбучку от самого Райдера. Он лично сделал. Ты вот. Вернулся. Работает. Тише. Иногда и у стен есть уши. Ты знаешь, что это, Эйден? Икра. Черная. Похоже на гранулы. Картечь. Диуске 300. Это яйца, Эйден. Мелкие вылупятся в цыплятке. Это рыбьи яйца. Белушьи, если точнее. Я же говорю, икра. Из Каспийского моря. Говорят, это единственная настоящая икра в мире. Просто тает на языке. Почувствуй вкус темных волн глубокого моря в далекой стране. А стухло нахуй, наверное, уже. Они же не холодили. В этом мире много красивых вещей и прекрасных ощущений. Классных парней и красивых девушек. Но мрачные ворчуны не замечают этого. Они убивают ради будущего и забывают о настоящем. Они? Прежде всего, майор Мэтт. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Я позаботился о лампах. Мэтт не сказал тебе, зачем ему лампы там, где еще нет электричества? И как он собирается все провернуть? Вот о чем я думаю. Свяжись с ним. Скажи, что лампы будут доставлены к телецентру. Мэтт, лампы готовы и ждут тебя. Я понял, Эйден. Молодец. Надеюсь, Хуан не доставил тебе хлопот. Хуан все слышит. Хуан сказал, в телецентре нет электричества. Зачем нам УФшки, если не можем их включить? Ха. Хуан просто несет чушь. Не волнуйся. Хуан погавкал на меня, но я разобрался. Хороший подход. К бешеным псам лучше не подходи слишком близко, а иногда их проще пристрелить. Опа, опа, опа. Эйден, нам нужно встретиться и поговорить о том, как заполучить эту антенну. Жди моего сигнала. Понял. Тебя. Как видишь, Джек любит отдавать приказы. Держи под рукой свою рацию. Скоро тебе сообщат о встрече. Так, и что, и куда, и зачем? Так, у меня... Ага, ага. Так, у меня этого еще дофига. О! О! Вот эта тема. Прыжок через врага. Ай, блин, а чё я этот... не улучшаю? Выносливость надо. Ладно. Со следующим. Дождитесь вызова Мэтта. А когда, бляха-муха, оно будет? То есть где там у меня? Вещи, ремесло, дневник. Вот. Так, может быть, поспать сходить? На самом деле, неплохая мысль. Хотя бы поделись со мной, о чем думаешь? В конце концов, почему бы и нет? Надо пойти подремать. До сегодняшнего дня я думал, что у нас неплохие шансы совладать с ренегатами. Нет, не сюда. Где я вышел-то из метро? Я зарыдал, когда город озарил свет. Вот метро. Если понадоблюсь, я неподалеку. Бам. Так, подождать до ночи и, возможно, до утра потом. Но это не точно. Эйден, у нас скоро встреча в закусочной. Присоединяйся.
Хорошо. Ну, давай, но ночью веселее. Скорее бы новый турнир. Последний был так давно. В закусочной, ёбан. Ехала. Давай еще раз. Восстанавливаемся. Восстановились, бежим. Так, ты у нас не работаешь, да, к сожалению? 300 метров. 300 метров. С одной стороны. С одной стороны, да? Музыка-то, блядь, иди ты нахуй, а! Угу, хорошо. Угу, хорошо. Охота же не объявлена еще, по идее. Так, он меня не видит. Мне надо по прямой. Мне надо по прямой. Хорошо. В принципе, я могу забраться вот так. И раз. Так. Ёб, почти без этих. Без выносливости прыгал. И... Почти. Сколько метров? 128. Уйди отсюда. Уйди отсюда, нахуй. Ты мне не интересен. Ты мне не интересен. Так, все, меня спалили. Охота началась. Йоу! Нет, не началась. А. Ой, ёба! Ой, давай. Уау! Попал один раз, а? Попал. Надо лечиться. А я же лечиться хочу. Какое оружие это? Что, гоните, что ли? Все. Не разговаривай. У меня сейчас мозги закипят. Успокойся. Ты Эйден? Тебя ждут. Проходи, встреча в VIP-кабинете. О, VIP. А випку сняли. Специально. Блядь, как ужин на Рождество. Для меня. Узнали, Эйден придет, надо випку снять. Это чел, как лохи-то сидим. Ты себя возомнил, лжец. Успокойся, Джек. Пока тебя не хватил удар. Этот план дерьмо? Предложи свой. Я предложу. Ничего не делать. Это гораздо проще. Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Ого! Псы начали гавкать. Похоже, мне нужно лучше вести себя. Эй, остыньте. Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден, это чертежи телебашни. Если подадим туда электричество, то сможем восстановить связь. Люди в городе узнают о нашем успехе и смогут прийти и помочь нам. Значит, вы планируете транслировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов. Когда мясник увидит, насколько мы сильны, он отступит. И войны не будет. Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать. Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район. Если ее запустить, мы сможем запитать телебашню. Почему у него там краешек сигары горит? Мои люди уже идут туда. Первый шаг — обезопасить периметр вокруг телецентра. Мои люди займутся. Выдвигаясь, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мы не подведем вас, сэр. Будем стараться. Тебя спрашивали, Вершбовские. Шевели жопой, нас ждут. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами, я возьму нож и отрежу тебе хер.
О, представляю, скольких раздавит. Заткнись! Мы не могли бы снова вернуться к плану. Спасибо. После того, как щенки Джека захватят вход, мои люди принесут лампы и обустроят форпост. А потом, если все пройдет гладко... А так определенно и будет, поскольку автор плана сам главнокомандующий. Нарывайся. Ты включишь лифты и поднимешься наверх. А на крыше ты подключишь передатчик к антенне. Понятно? Yes, of course. Кажется, это опасно. Говорят, что это очень опасное место. И не говори. Опасное? А какое место тут не опасное? Идут наши лучшие люди. Ты будешь работать с Роу. Пусть он и заноза в заднице, но на него можно положиться. Если что, я на связи. Ну все. Понятно. Ко всему зданию будет подведено электричество, а люди Роу осветят периметр лампами. Понятно. Видишь, Хуан, вот так нужно выполнять приказы. Или идти на верную смерть. Но это не я рискую своей головой. Встретимся у телебашни. Нас ждет очень важный день. Да, великий день, чтобы умереть. Чего вы ушли такие молодцы? Я тоже хочу. Я слышала, что Джек и Хуан пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо. Ага. Жду у закусочной. За 3 года. На нем будут сильнейшие бойцы со всего города. Ты все еще здесь? Здорово, подруга. О, решила отдохнуть от убийств и навестить меня? Просто пытаюсь уберечь тебя. Что хотят эти психи? Попросили меня забраться на телебашню. Что? Сукины дети. Знаешь, что это за место? Самое высокое здание в городе. Но я смогу. Ненавижу этих уродов. Роу, Мейер, они нормальные. Но Джек и Хуан всегда готовы ударить в спину. А, все понял. Давай-ка рассказывай. В чем дело? Да ни в чем. Кроме того, что там Фрэнк потерял ночных бегунов и ногу. Джек и Хуан скормят тебя зараженным волкам ради своих целей. Понятно. Ты просто их инструмент. Ёбаные маньяки. Все в порядке. Джек сказал, со мной будут миротворцы. А Джек случайно не сказал о тварях, что там живут? Я знаю, расскажу, что это опасно, Луан. Но я должен. Слышала, там такое, что никто никогда не видел. Точнее, чтобы видел и выжил при этом. Похоже, ты напугана. Конечно, я напугана, Эйден. Ой, какая ты заботливая. Пошел ты. Послушай, Фрэнк уже пытался сделать то, что планирует Джек. Это закончилось трагедией. Не веришь? Сам у него спроси. Эйден. Вот вроде интересно, но вроде заебало уже проходить. Ну, у меня так с Days Gone было, когда на PlayStation я играл, это вообще жесть. Поговори с Фрэнком, Эйден. Слишком пожалуйста, длинный сюжет. Не делай этого. Эйден, ответь! А что делать-то, блядь? Она отговаривает. Этот, блин, поговорю с Фрэнком, что делать? Поднимусь на телебашню, либо поговорить с Фрэнком. Ну она, блин, добра хочет, явно добра хочет. Ну, я на самом деле хочу подняться. Прости, Лоан, но взамен Джек обещал найти бывших сотрудников ВГМ. Роу, я иду. Ты, друг мой, суицидальный идиот. Да, я знаю, я просто, мне скучно. Рада знакомству. Рада грязно. А теперь вали нахер. Все, давай. Мне бежать пора, я пошла. Да что у меня ухо-то так чешется, а? Вроде мылся. Ёбана-бобана. Ладно, давай. Давай, отдохни.
Блять. Так, перевязочка. Мне реально интересно, что там. Типа, почему это плохо? Что-то не так. Я потерял связь с парнями на подстанции. Что происходит? Ой-ой-ой. Не знаю, но электричество отключилось. Часть моих парней уже в башне. Да блядь, да ёбаная хуйня, ну почему тут такая ебаная физика, сука? Игра говна. Вот, блядь, какой ебанат это придумал, что я должен раскрывать парашют, а еще потом... А потом еще нажимать вот эту вот букву, блядь. Точнее, назад. Почему нельзя сразу вперед, блядь, было идти? И этот еще блюет там, блин, набухался. Давай. Восстанавливайся и пошли. Ёбаная вот, а. Вот, смотри, назад раскрывай потом. Ну это очень долго он делает. Здорово, заебал. Этот еще один. Я как этот. Меня не видно. Меня не видно! Меня не видно! Я тень. Все, пизда. А как? Опа! Это был пиздец. Да, хорошо. Давай, 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 давай. Хорошо, двоих. Одного посадил на этот. Еще один. Хорошо. Отряд еще в здании. Нам нужна энергия. Срочно, черт возьми. Тут полно ренегатов, Роу. Но я с ними разберусь. Блять, иди нахуй отсюда. Можно ты отсюда нахуй идешь? Блять, да заебешь, а! Так, что у нас там по этому? Я тебя в ебасос стреляю, а ты... Роу, я разобрался с ренегатами. Молодец, Эйден. Запусти подстанцию. Быстрее. Сейчас, стоп, еще. Подожди, брат. Так, стоять. Вон. Этих-то мне тоже надо обыскать немножечко, не? Что, просто так, что ли, их мочил? Давай. Так, запустить подстанцию. Запустить подстанцию. Это наших перемочили. Нету ни хрена. Оп. А как ее запустить-то, ёлы-палы? Туда не войти. Опять вот это вот, прыгать куда-то. А, вот она. Чтобы восстановить или энергоснабжение, нужно подключить друг к другу правильные генераторы. Все понятно. Тут А, Б, да, надо? Не подойдет, наверное, нет? А, нет, вот тут А подключил, теперь. Чё ты ноешь-то, как девка? Сейчас я все сделаю, подожди. Так, здесь ничего нет. Зачем эту платформу придумали, я не знаю, от кого прятаться, но... Б...
он и на Б, короче, идет, прикинь, да? Типа могу вот так вот. Ага, и потом теперь, оп. Все понятно. Окей, найдите рабочие генераторы с зеленой лампочкой, включите их к нерабочим с красной. Начнем с подвала. С подвала, пожалуй. Ну а что? У нас нет никого, как всегда. Это просто надо башкой думать. О, водочка. Водочка, водочка. Так, тут цифра 2. Тут цифра 2, нам надо, мне кажется, через вот это тянуть будет. Сюда нам надо забраться. Но как, еще пока не ясно. Внизу, вот у нас здесь цифра 1. Угу. Здесь я цифра 1. Так, где зеленый? Зеленый генератор. Я не вижу. А что это там? Заперто изнутри. Тут тоже заперто. Тут тоже заперто. Нет питания. Надо дать питание. А, это C, да? Окей. Гейден, я не хочу тебя торопить, но... Тащи туда свою жопу и запусти подстанцию, мы ждем. Да иди нахуй. Сейчас. Не за что. Я тут и так псих. Стараюсь. Ну что, псих. Ну тут нет зеленых этих. Вот здесь вот есть. Ее надо откуда-то привезти. Ну вот, Си открывает эту штуку. Здесь нету ни ху. Я от слова ни ху. Я. И тут даже ничего, да, нет? Это до сюда не дотянется по-любому. Я прям почему-то уверен, что не дотянется. Все, он. Он пускай туда идет. Так, вот тут я что-то вижу. Тут какой-то зеленый терминал, но он под этим, да? Он за дверью. Хорошо, походу надо с самого верха будет начинать. Тут я был. Блядь. У меня что, нет этого? Птичек нет вообще. Отлично. Ну вот сюда надо, по-любому надо сюда запитать. Откуда взять? Ху его знает. Ху, конечно, много о чем знает, но молчит, ну ладно. Ну... Нет, хорошо. Сюда, смотри, сюда не добраться. Там какой-то проход есть по трубе. Отсюда. Вот. Все. Кто, блин, это придумал, а? Кто вот это придумал? Один С. Сначала к Си идем. Потому что. Так не хочет, да? Ну, понятное дело, почему так не хочет. Но есть вариант. Есть вариант еще вот так вот делать.
Вот так вот, да. Так, раз. Все, у нас тут дверька открыта, это хорошо. У нас есть цифра 2. А, код, конечно, я как всегда не знаю. Вот от сейфа, вот он. Да, не кашляй. А, ремесло, навыки, что там, вещи. А, рюкзак. Где? Коллекции, вот. И какой из них? 500, 15, 510. Ну давай попробуем 510. Нет, не то. Не то, не то, не то, не то. Лопи. 3 целых. Четырнадцать сотых, да, она. О как. Не зря в физмате учился. Хоть что-то в этой жизни дало. Выносливость по-любому. Вообще не хватает. А, двойка. Двойка мне нужна, чтобы нырнуть. А, мне нужно, нужно срочно. Так, мне нужно срочно нырять вот сюда. 20 метров, 19, 17, 16, 15. Это я соединил. Есть контакт. Ой, бля. Ой-ё. Отлично, да? Ну, еще сверкает так. И как мне? Ага, во. Давай только, брат, быстрее. Я уже знаю, потому что куда второй кабель втыкается, поэтому... Поэтому надо быстрее все. Но! Застрял. Я, короче, эту игру на самом деле не буду проходить там по времени, там по часу, там и так далее. Буду проходить по там по две большие миссии, наверное, потому что иначе... можно затянуть с этой игрой, что вообще пиздец. Ну выходи отсюда, ебанат! Давай еще раз. Вот твои грибы, давай жри их. Давай еще жри. Только... Инструменты, вот хорошо. И больше здесь ничего нет. Нет, есть. Еще инструменты, грузы и булава. Так, да? Ух ты, блядь, жарит нормально. Все, мы отсюда ушли, ребята. Мы отсюда ушли, и теперь нам осталось. Теперь осталось. Теперь осталась совсем херня. Ну давай, давай, уже цепляйся. А-а-а. Инвалид ты ебаный. Это что у нас? Это у нас вот идет вот сюда. Oh.
активируйте электрическую станцию. Где? А, вот она тут. Ну. Нет, ты, конечно, молодец. Все такое, но как тебе активировать? Активируйте, написано, электрическую подстанцию. А где тут этот терминал? Это не надо нам. Ой, не знаю, может быть здесь. Здесь тоже нет. Ну, ебаный в рот, ну почему ты задыхаешься это все, а? Давай уже. Здесь точно нет. Я активировал электричество тут и активировал электричество тут. Что тебе еще надо? Где-то в рубильник нажать или что? Здесь ничего не горит. Здесь тоже ничего не работает. Наконец-то, блядь, что за игра, я не пойму. Что за баги? О, здорово, Петшара. Спасибо за помощь, шавка миротворская. А теперь свали отсюда. Нет, это вам лучше уйти. Или... Угрожаешь? Я сейчас булаву возьму и тебе ебало снесу. Я уже весь просто трясусь от страха. Парни, думаете, он будет визжать, как свинья? Какие его дружки? Давайте это проверим. Давай. Ух ты нахуй, а! Иди нахуй, сука! А чё так сразу больно-то? А иди нахуй! Как? Можно как-то вот так вот, что ли, типа там, ну вот. Хорошо. Ну и тебя. Раз, два. О! Красиво. Что на нем? Пылевой фильтр. В этом вам же ничего нету. В этом. Лекарство. Давай. Я не знаю, кому отдать. Я же говорил. Ну, давай выжившим одни отдадим, потому что ну. Да, вот, ну не, мне вот эта вот тема больше нравится, чем у миротворцев. Эй, Роу, все. Роу, слышишь меня? Слышим ли мы тебя? Здесь все сверкает, как блядская елка. Все целы? Да, парни отправились вглубь здания. Скоро все будет под нашим контролем. Топай сюда, пора мышцы размять. Могу заснуть из-за ужасных звуков, которые снаружи издают зараженные. Так, что по времени? По времени. Блин, ну ладно. Мне кажется, уже пора заканчивать. Ссылка на плейлист с игрой находится в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.